Самая свежая информация из Катанского района Иркутской области. Напомню, накануне из-за ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска до критических отметок поднялся уровень воды. В населенном пункте Преображенка оказались потоплены около сотни домов. Сегодня по состоянию на 15 часов уровень достиг отметки уже в 1 метр 72 сантиметра. Подтоплено 192 частных жилых дома. Утром в район бедствия отправился вертолет Ми-8. Специалисты доставили продукты питания и оценили обстановку. Из Преображенки на вертолете эвакуировали пожилую женщину, которой требовалась медицинская помощь. На случай ухудшения обстановки для эвакуации людей в Верхней Калинино подготовлены пункты временного размещения на 250 человек и палаточный лагерь. А вот ситуация с торфяными пожарами в Иркутском районе теперь занялась прокуратура. Напомним, в конце прошлого года очаги были обнаружены вблизи населенных пунктов Дзержинска и Пивовариха. Тогда специалистами было обследовано свыше 32 тысяч квадратных метров. По подсчетам экспертов, ущерб, причиненный почве, составил более 30 миллионов рублей. 5 апреля торфяники вновь начали гореть. Это произошло из-за поджога сухой травы неустановленными лицами. Для ликвидации торфяных пожаров прокуратура обязала ответственных лиц восстановить систему мелиорации в районе Дзержинска и Пивоварихи. Это, по данным специалистов, поднимет уровень грунтовых вод и снизит вероятность возгорания торфа. Кто усеял это поле мертвыми костями? В нашу редакцию обратились неравнодушные граждане, которые обнаружили несанкционированный скотомогильник. Наша съемочная группа выехала по указанному адресу. Качугский тракт, первый отворот вправо после Карлука. И вот что обнаружил наш журналист Александр Матрёнин. Десятки, а то и сотни черепов крупного рогатого скота. Обрывки шкур, фрагменты ушей с бирками. Вы не поверите, но все это находится всего лишь в 13 километрах от Иркутска, рядом с Качугским трактом. Запах разложения распространяется на десятки метров. Самое печальное, что с местом несанкционированного скотомогильника протекает ручей. А эта поляна раньше была излюбленным местом для пикников. Выяснить, кто после обработки туш вывозит черепа и отходы в чистое поле, на месте нашей съемочной группе не удалось. Не исключено, что найти виновника помогут пластиковые бирки на фрагментах ушей животных. Нужно это сделать в ближайшее время, чтобы сохранить останки по правилам, иначе с приходом устойчивого тепла фрагменты тела начнут разлагаться и произойдет экологическая катастрофа. И еще одну свалку площадью ни много ни мало 3 гектара обнаружили сотрудники Нижнеудинской межрайонной прокуратуры. Причем сделали это раньше ответственных пользователей агентства лесного хозяйства, которое обязано обеспечивать санитарно-эпидемиологическую безопасность этой территории. В том числе препятствовать возникновению новых несанкционированных свалок и ликвидировать уже существующие. Силами агентства лесного хозяйства участок земли был приведен в порядок. Начальнику Центра подготовки спасателей имени Александра Степанова Виктору Гулевичу присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Виктор Гулевич – спасатель международного класса, в Байкальском поисково-спасательном отряде работает с марта 1995 года, принимал участие в ликвидации таких крупных ЧС, как землетрясение в Нефтегорске на острове Сахалин, авиакатастрофа Ан-124 во втором Иркутске в 1997 году, авиакатастрофа Ту-154 в селе Бурдаковка в 2001 году, пожар в гостинице «Сибирь» в Иркутске в 1995 году. С полной информационной картиной этого вторника вас познакомит моя коллега Александра Кашурникова в вечерних выпусках новостей в 18:20 часов. Я же напомню всю самую свежую оперативную информацию. Вы можете найти на нашем сайте. Его адрес www.astv.ru. Выпуски нашей программы доступны в социальных сетях. А если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго.